Лидия Григорьева работает в досуговом центре «Азов» 33 года. Начинала с должности заместителя директора тогда еще кинотеатра «Родина». Сейчас заведующая отделом кино. Женщина души не чает в любимом деле. В день юбилея кинотеатра рассказала, что для нее значат годы, проведенные здесь. Работается мне очень хорошо, потому что я очень люблю эту работу. Я люблю кино. Я люблю детей, которых я приглашаю, хожу по классам в кино. Мне с ними интересно. И что бы вот я ни делала здесь, мне кажется, это все я делаю от души. Стараюсь, во всяком случае. Интересная работа, очень. А я где-то вычитала, что человек счастлив, если он занимается любимым делом. Так что можно считать меня счастливым человеком. Лидию Григорьевну знают и любят. Пришедшие на юбилей досугового центра поздравляли именно ее. Всех гостей встречали фуршетом. Желающие могли оставить пожелания и теплые слова на специальных стендах. Максим Незлобин отметил уникальность кинотеатра и выразил благодарность коллективу и всем тем, кто принимал участие в жизни Азова. 40 лет – это не такой, с одной стороны, большой возраст, но с другой стороны, учитывая всю сложность кинематографа и переоснащение, вот сейчас благодаря главе и нашим депутатам произошло, мы имеем возможность, этот кинотеатр очень сложно было сохранить в те годы, когда все продавалось. И у нас единственный муниципальный кинотеатр такого уровня сейчас в области. Просто спасибо всему персоналу и людям, от которых зависит судьба этого кинотеатра. К словам Максима Васильевича присоединилась Татьяна Гайнудинова, директор городского досугового центра «Азов», а также поздравила весь свой коллектив с юбилеем. Процветание любимому кинотеатру, творческих успехов своим сотрудникам и с наступающим днем российского кино. Торжественный вечер начался эффектно. Зрителей захватила виртуозная игра на барабанах. Почти все гости пришли на праздник с цветами. Первыми на сцену с поздравлениями поднялись представители администрации и Думы Полевского городского округа. Константин Поспелов погрузился в воспоминания. Помнит, как еще ребенком бежал в кинотеатр, сломя голову. Сегодня он с большим удовольствием поздравляет юбиляров с круглой датой. Я хочу от имени благодарных жителей города Полевского с огромным удовольствием поздравить работников кинотеатра или досугового центра, как хотите, замечательной круглой датой 40 лет с профессиональным праздником. Спасибо вам огромное за то, что вы есть и дарите нам такую возможность. Уважаемые полевчане, уважаемые коллеги, дорогие азовцы, от всей души поздравляю вас со знаковым событием в жизни не только вашего коллектива, но и в жизни, наверное, всего нашего города. 40 лет – ведь это немало, и действительно сделано очень много, но предстоит сделать еще больше. Константин Сергеевич и Нонна Александровна вручили почетные грамоты и благодарственные письма за многолетний и плодотворный труд работникам досугового центра. На протяжении 40 лет состав сотрудников почти не изменился. Здесь работает сплоченный коллектив. По архивным справкам, в 1981 году посещаемость кинотеатра «Родина» составила 490 тысяч зрителей в год. На сегодняшний момент «Азов» оснащен современным оборудованием. Возможно, в скором времени будет побит рекорд 81 года. Станислав Рогозин, директор компании «Магнатек.ру». Его фирма занимается проектированием и поставкой оборудования для кинозалов. Молодой человек объездил полмира, побывал в кинотеатрах почти всех стран. По его мнению, «Азов» шагает в ногу со временем. В настоящий момент кинотеатры оборудованы современным цифровым оборудованием. Это оборудование позволяет кинотеатру работать всегда новыми фильмами, всегда первым экраном. То есть сейчас вопрос у кинотеатра о поступлении там фильма копий там вторым, третьим экраном уже не стоит. Всегда первый экран, всегда премьеры идут одновременно со всеми другими кинотеатрами, главными кинотеатрами страны.
За 40 лет жители Полевского могли убедиться, что Азов – кинотеатр на все возрасты и вкусы. Сюда можно прийти всей семьей и хорошо провести время, смотря мультфильм или комедию. Любители пощекотать себе нервы также смогут удовлетворить свои потребности. Все новинки кино и новейшее оборудование в досуговом центре Азов. Екатерина Тагильцева, Константин Миронов. Новости нашего города.